Слава Украине! Ребята, сегодня Зеленский дал очень интересное интервью для CNN. И, знаете, там был один такой очень знаковый момент. Он сказал, что украинцы все меньше и меньше хотят договора с Россией о мире каком-то и так далее. И я подтверждаю. Вы знаете, мы на сегодняшний день переговоров с Россией боимся гораздо больше, чем войны с Россией. Мы не хотим переговоров с Россией, мы хотим ее победить, вышвырнуть с нашей земли, укондропупить ее армию, чтобы у нее армии не осталось. То есть закончить это все дело демилитаризацией России и развалом России как результат на небольшие княжества удельные, с тем, чтобы они больше никогда никому не могли угрожать. Соответственно, ни о каких переговорах, кроме, пожалуй, переговора о обмене пленными. Тут да, тут нужно. Все остальное, извините, уже не актуально. Особенно после Бучи, а особенно после Мариуполя. Мы знаем, что они там творят. И какие-то переговоры с этими, ну, с моей точки зрения, оно аморально, оно никоим случае не неправильно и противоестественно. Это не просто враги, это мы имеем дело с нелюдями чистой воды, мы имеем дело с абсолютным злом. А с абсолютным злом не договариваются. Его кондропупят. Слава Украине!